Всем привет, с вами Линк, вы на канале Гильдия Леммингов, и у нас сегодня зона шоколадных яиц. Ребят, вот такая беда. Киндер-сюрпризу 40 чего-то. Вот я не понял, 40 чего. Либо 40 лет компании Ferrero, либо 40 лет киндер-сюрпризу самому как шоколадному яйцу. Либо 40 коллекций игрушек. Ну, в общем, чего-то 40 у них, короче говоря. И вот в 2014 году, в 2014, конечно, не от Рождества Христова, не подумайте. Вот, ребята сделали вот такой сет. Тут сет, конечно, побольше. Тут так, я скромненько взял, чтобы вам показать. Фирма Ferrero создала коллекцию из ассорти разных игрушек. То есть это яйца. Вот они здесь. Вот так вот они выглядят. Вот. Создала ассорти из разных игрушек самых лучших своих коллекций. И все это засунули, все это в яйца. И, в общем, решили показать их вам. Я купил 10 штучек, чтобы сделать такой анпак, сделать обзор, посмотреть, что же за игрушки там лежат, как они там лежат, действительно ли они там есть, или это просто реклама, а внутри вы увидите какую-нибудь фигню вместо вот такого вот киндер-парня, который продает киндер-яйца. В общем, Твити, динозавры на коняшках, какие-то гномики с подарками. В чашке варят льва, мы видим. Да, вот Каспер ест большой леденец. Плюющаяся черепаха, конечно же. Пингвин, встроенный в бревно. Ну, очень много, много всякого, всякого разного. А вот какие-то коняшки, львенки, в общем, змеи. Ну, в общем, странные подарки довольно такие. Вот, здесь можно увидеть зеленую фигню какую-то. Да, динозавр, боже мой, как ты это не увидел его сразу. Велосипед, рыжий лисенок, все дела. Вот сзади вот такие надписи, кому интересно. Машинки, ну вот, в общем, всякого-всякого напхали. И по идее здесь должны быть только подарки. Только вот эти вот штуки, без всяких там разных, как вы знаете, ложат дешевые какие-то игрушки, кладут вместо коллекционных. И вот мы этим займемся, сделаем вот такой вот анпак. Начну я с одного, а потом, ну, каждое видео буду, наверное, нарезать. Так будет удобней для меня лично. Вот. Ну и мы с вами посмотрим все это дело. Давайте глянем, чем нас порадует компания Ferrero яйца. Открываем, находим желточек, иди сюда, желточек, вот, и смотрим, как же он открывается. Угу. Открывалка, я пока еще небольшой мастер, надо прокачать скилл, и па-бам, здесь куски какой-то беды. Ребят, что у меня тут нашлось? Две каких-то вот таких вот звездочки, не звездочки. Что это такое вообще? Не знаю, кто шарит в киндерах, пишите, что за беда, откуда она. Хотя, может быть, мы вот сюда вот взглянем и нам все расскажут. А ну-ка, 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 кто это? Ага. Это, ребята, М-миксарты. Вот такие вот миксарты. Это солнышки, либо цветочки, либо кто это такие. Какие-то вот четверолапые бедовины. Они разные, типа покемонов, наверное, каких-то. С какими-то шишечками на концах. И что-то они умеют, наверное. Боже мой, я никогда такого не видел. Поэтому для меня это дело незнакомо. Но, возможно, кто-то знает, и отпишитесь. Людям будет интересно. И я думаю, просто цвета радуги, или это карандаши. Они должны рисовать.
Они умеют рисовать. Ну-ка. Да, ребят, это карандаши такие. Вот синий я нарисовал, кто не видит. И желтый. Солнышко вот нарисую такую. Это такие карандашики маленькие, разноцветные. Ну, забавно придумали, молодцы. Вот, вот сюда встроены карандашики. Вот. И вы можете, в принципе, как мелки, ими пользоваться. Вот, а на сегодня все. Увидимся в следующем видео. С вами был Линк. Следующие яйца будем разбивать там. Давайте туда.